Ну давайте посмотрим, что из себя представляет эта называемая беретта. Причем древних времен. Против нас, пацаны, ну, достаточно потные, я бы сказал. Но лига, наверное, седьмая ориентировочная, вот так вот. А за меня ежики, птички. Ну, в общем, типичный баланс. Так, первый раунд, я не знаю, что будем делать. Пойдем куда попробуем нашему снайперу подсаппортить. Так, у меня тут двойки еще есть. Давай, 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 выходи, иди резай там. Ну. Во. Так, и последний, судя по всему, в узкой или где-то в респауне. Ну, давай попробуем подуэль... Ага, подуэлились. Ну, в общем-то, на этом все и закончилось. Давайте-ка сейчас для разнообразия двоечку сгоняем. Я сейчас прожму этот F1 F4. Это команда за мной. Пойдут, не войдут, никто не пойдет. Ну и ладно. Не ходите, как хотите, я тут пойду один тогда. Так, у меня звуки тут кто-то есть. Надо. Ну что? Бам! Угу. Ну, как бы типичный хилтек, если что, держу вас в курсе. Так, ну этот раунд не обвенчался успехом. Наши ребята пошли и все слились в квадрате, а я пошел и ваншотнулся от медика на двоечке. Ну ладно, сейчас попробуем все вместе сыграть. Я попробую через единицу зайти в арку в наглую. Вдоль левой стеночки, чтобы там меня снайпер не убил. Ну, надеюсь, с квадрата меня пикать не будут. Ага, они сами в квадрате, да? Не, так-то... Если бы нет снайпер, я бы еще его забирал, если бы он не попал в меня. Так-то вообще пушка здравая, на самом деле, мне понравилось. Лол. Спектра просто вообще вся пролагала, хрен пойми, куда он вообще стрелял на самом деле. Но раз убил, значит стрелял по ним. Я, короче, пошел двойку попробую зарашить. Говорят же, Горгона дает нереальный буст к стамине. Сейчас это как раз таки и посмотрим. Боевых ботинок хватало ровно до апдауна, ровно до залаза. И чё? И чё, сейчас чуточку больше? Да. Как такового буста чё-то я не наблюдаю. Вот инженера, который будет выскакивать меня разменивать, я не ожидал. Ну ладно, меня там снайпер подстраховал, и раунд, в принципе, остался за нами. Давайте-ка еще раз попробуем на двоечку сбегать в апдаун. Только респаун-то, конечно, у меня не самый левый и не самый близкий к этому, но объективно сейчас примерно плюс-минус на глаз можно будет посмотреть. По стамине еще у нас. Ну, ага. Ну нет, в принципе, нормально по стамине. Если еще бежать ее экономить, как вот я это делал, в принципе, когда бегал просто в боевых ботинках без доп стамины, то, в принципе, получается намного лучше. Так, а я 1-2, да? Окей. Здорово. Так, остался последний инженер, да? Прицельчик вот этот вот, конечно, хочется поиспользовать, но такое ощущение, что у него вообще не 2х ни хрена. Ага, слышу. Наш первый этаж. На время будет их... Вот это называется бог дистаймингов, это я. Если что, король, да, вот этого всего говна, это я. Потому что я только хотел кинуть ему гранату туда, чтобы он не вышел. Он вышел. Ну, вы понимаете, да, насколько уровень моего везения. Что, кстати, касательно горгон, вот этих скинчиков, они выделяются, их заметно, хорошо заметно. То есть нет такого, что они сливаются с фоном. Но они тонкие какие-то, они вообще не вписываются никак, я не знаю почему. Хотя, с одной стороны, это классно, разнообразие, да, все круто. Для девочек было бы замечательно. Но будут же бегать и мальчики в них. На. Так, ну у меня хп вообще ни хрена.
Благо у меня магмовый шлем есть. Я из тех, кто бегает в нем. Вот, и я регеню сейчас стою. Мне похрену, что они там будут делать. Все новички сейчас такие шлемаки могут получить с легкостью. Еще и крутые пушки сверху. Перейдя по первой ссылке в описании, ты можешь прокрутить рулетку магма. Ну и прямо на этой же промо-странице можешь зарегистрировать аккаунт. Ну а дальше просто заходишь в игру, создаешь персонажа, пробегаешь быстренько обучение, и ты имеешь целый комплект магма-пушек на каждый из классов, а также не самую плохую броню. А вип-статус можешь получить, пройдя всякие тесты на официальном сайте игры. Ссылки на них я оставлю в описании. На. Чё, я двоих убил? Лол. Так, и последний остался. Во! Вот так вот я благодаря регену просто взял и вытащил раунд. Просто вытащил раунд. Ну, на самом деле, реген-то особо мне не помог, да, меня даже не попали. Но это мы не будем говорить, это мы опустим. Ладно, пойду двоечку. А бомбу не хотят, да, брать? Ну, окей. Раз не хотите брать бомбу, тогда придется идти с вами. И таскать бомбу вместо инженера, которого у нас, кстати, и нету. Ага, ага. Куда ты пушишь? Один где-то на единице. И судя по всему... Так, этот в единице был. Ага, в арке он. А я пошел ставить. Главное, что он был не в квадрате. Я это услышал, и мне больше ничего, в принципе, не надо. Сейчас ставлю пачечку и иду разыгрывать клатчик. Смотрите, сейчас тактически крутая позиция. Занимаем вот эти кусты. И все, по идее, меня будет не видно, когда он зайдет. Ну, конечно, если он будет проходить мимо. А если он будет заходить и специально чекать, то, скорее всего, он меня прочекает и увидит. Маникюр клевый. Идет. Чё? Непорядок. Давай-ка... Забудем об этом. Ну это был пипец просто. Я думал, он, во-первых, ушел вообще за ворота, а он, оказывается, подкатился, и из-за кустов я не увидел, что он подкатился мне справа уже близко. О, я имбецил, ладно. Давайте этого не было. Так, что наши ребята делать-то будут? Единицу хотят? Ну давайте единицу, раз вы любите ее так. Я уже хочу закончить это поскорее, поэтому даем смачок на заход. Так, а там они уже опять в квадрате умирают. Так, а в единицу по всему никого. Они, видимо, в квадрате все были. Фух! Так, ну не, я сейчас буду хилиться, мне похрен. Он с квадрата идет. Еще один вроде тоже с квадрата был, нет? А, ну все. Блин, ну просто мне без брони класть что-то вообще не хотелось разыгрывать. Так, ну и надеюсь, это будет крайний раунд. Пойдемте на двоечку, хоть раз нормально, все. Пойдемте, пойдемте. Раз, два за мной пошло, а двое пошли в квадрат также умирать. Ну ладно. Ни хрена себе я ему залил хорошо так. Хотя это новые кресты, в принципе. Может, ни хрена не нормально. Да в смысле? Этот что стоит? Я, короче, сейчас кинули гранату в квадрат. Я не услышал ора. Ора никакого не услышал. Следовательно, я подумал, что там никого нет. Я прохожу, мне выскакивает медик с успором. Как? Так, ну тут клатч 2 в 3. Ага, 2 в 2 уже. Братан, поживи, пожалуйста. Я сейчас займу. Блин, успеть бы. Так, успел, я один в один. Тут уже тоже с квадрата вышел. Ну, в принципе, там как бы 2-9 у пацана. Ну, давай. Ага, фейканул. Не, я там такое не ведусь, братан. Не, ну все, ты проиграл. Забей. Я просто сейчас на 7 секунде выхожу и могу просто даже тебя не убивать. Потому что ты сам отпустишь бомбу. Не, ну слушайте, мне пушка понравилась. Она как бы со встроенным глушителем, но вроде бы на радаре она палец. Я точно не могу сказать. Потому что я на мясорубке играл, особо на это внимание не обращал. Вот.
Ну, а с нее взлетает прям сочненько. Прям сочненько и прочненько. Мне она нравится. Пистолет я пробовал и тестировал, и играть я с ним не хочу. Только если вы, как бы, попросите. Вот только так я могу для вас снять этот видос. Вот.